Всем привет, привет. Привет всем. Так, выползаю я из дома. Так, так, так. Сейчас. Ой, смотрите, я не могла вам просто не показать свой чудный поход в магазин. Привет всем. Ой, какой кайф. Все, я вышла. Вы только посмотрите. Погода. Вообще. Я буквально недавно вам только выставляла видео, получается, где все заснежено было. Вот, пожалуйста, деревья, которые я снимала. Вот они. Все в снегу было. Я вот так вот дергала, вот так вот все падало. А уже... Так, ворота открыть надо. Пошла. Ой. Вы же мои хорошие. Чувствуете весну-то хоть? Закрыть надо. Ой, как круто. Привет, привет. Опять деревня. Тьфу на вас, деревня, блин. Здесь одни коттеджи. Ребят, ну что я могу поделать, если я не люблю жить прям вот в центре, в высотках. Что я могу поделать? Вот так вот и живу. А, смотрите, какие у меня хорошенькие топотульки. Сейчас на солнце выйду, они блестят. Так, очень круто. Куда собралась? Собралась в магазин, ребят. Вот пока с вами разговариваю. Вот сейчас тут вот солнышко. Смотрите, как блестят. Классные. Прям вообще решила их напялить, потому что солнышко, думаю, ой, буду блестеть. Вот такие вот они. Так, давайте я себя хоть покажу. Вот такая вот я. В шапулечке. Кстати, вот эту вот шапку, шарфик и вот такие вот крутые перчатки, они тоже блестят. Между прочим, сейчас солнышко будет. Вот. Они тоже на солнышке поблескивают. В Уфе у нас занимается мой знакомый хороший. Вот. Вот такие вот шапочки делают на заказ. Причем можно как с утеплителем их делать, так и просто такие аккуратненькие. Вот. Так, 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 так. О чем я? Вот, пошла я в магазин с хорошим настроением. Делюсь с вами этим своим позитивным настроением, ребятки. Рассказать есть что многое. Я думаю, я сегодня вечером выйду в прямой эфир, и мы с вами прям хорошенько поговорим, поболтаем обо всем, потому что очень много вопросов накипело по поводу телепроекта «Дом-2», по поводу вообще дальнейших моих дел, по поводу проекта с Павлом Раковым, по поводу съемок с Павлом Раковым. Вот, передача такому маму не научит. И, девочки, что самое главное, пожалуйста, я вас очень прошу, тот тест, который у меня в шапке Инстаграм, в активной ссылке, это не просто тест. Мало того, что вы сможете понять, умеете вы общаться с мужчинами или нет, так еще и помимо этого получите подарок в виде книги. Это бесплатный подарок. И что самое главное, это урок от Павла Ракова. Вот. Ладно, урок от Павла Ракова. После этого вам на почту обязательно придет предложение о работе со мной. Так что все те, кто пройдут этот тест, они автоматически смогут получить себе очень неплохую работу со мной, опять-таки говорю, и неплохой заработок. Так что для нас, для девочек, это идеально. Мало того, что неплохой заработок, во-вторых, работа, и в-третьих, еще очень много всего полезного для тела, фигуры, знаний и всему тому подобное. Блин, как круто, солнце светит вообще! Вообще, смотрите, кайф, просто кайф. Так, еще что-то я хотела сказать. А, я хотела спросить, так, что вы мне... Давайте я разверну камеру, чтобы... И обувь клевая, спасибо. О, смотрите, у нас сосед убирает свою территорию. Последний раз... Господи, при чем тут Руднев? Господи, мы 3 года как развелись уже, а вы все про него спрашиваете. Я его последний раз видела так же, как и вы, через телеэкран. Так, ты в Москве? Да. Что за тест? В шапке Инстаграм у меня активная ссылка. Можете проходить этот тест. Вот.
И все, главное, такие вышли сразу же из прямого эфира, да? Начали проходить тест. Так, привет, Либер. У тебя магазин с золотом? Нет, ювелирный магазин закрыла я достаточно давно. Вот. Так что пока он не функционирует. Может быть, открою в интернете я его. Еще раз повторно, но пока нет. Смотрите, все течет, вообще капает. Вообще просто, просто слов нет. Сапулечка. Так. Так. Берж красотка. Ой, я вас умоляю, с утра прям. Блин, вот единственное минус, да, в весне, это вот, вот эта вот чвяка вся, которую нужно как-то обходить, проходить без последствий желательно. Так, пешеходный переход нам надо. Так, давайте я чуть попозже выйду в прямой эфир, и мы еще раз поболтаем, потому что это... Все, я уже подхожу почти к магазину. Вот. Сейчас я на обратном пути вам выйду в прямой эфир. Всех люблю, всех целую, всем хорошего настроения.